это вот мой, говорится, друг. Я утром прихожу с ним здороваюсь, и вечером прощаюсь, работаем. Он мне помогает кормить семью. Когда я сажусь, какие-то есть неполадки, я сразу чувствую, и она виляет. Ага, значит, какое-то колесо слабое там. Не так она двигатель работает. Значит, что-то с двигателем, сердечком, говорится. Обращаюсь уже к мотористу нашему. Говорю, Дима, давай посмотрим. Что-то мне не нравится ее, говорится, дыхание. Так тепло и заботливо Иван Галушко отзывается о своем большегрузе. Водителем КАМАЗа на машино-технологической станции работает уже более 12 лет. В канун профессионального праздника Дня автомобилиста, как и коллеги, принимал поздравления. В числе награжденных и Денис Пустовой. Для него каждая поездка – это миссия. Доставить груз вовремя, сохранить технику – это главное. У каждой профессии есть свои сложности, поэтому это надо иметь навыки. Где-то кто-то как-то подсказывает, где-то сам присматриваешься к чему-то. С годами привычно так, и поэтому уже как по накатанной идет. По Приднестровью мы ездим. Карьеры. Тирасполь, Днестровский, Малоежд. Здесь местный карьер. Возим и глину, и известняк. А вот свою награду, медаль за отличие в труде, принимает покоритель карьеров, машинист бульдозера Игорь Квозер. Его работа требует не только силы, но и высокой точности. Конечно, тяжело управлять. Все железо, все тяжелое, опасная работа. Надо иметь, конечно, навыки. В карьере мы все делаем. И известняк, и камень, и отвалы, и все. Возле экскаваторов, под машинами, дороги делаем. Все, что нужно производству. Сегодня на МТС трудятся не только водители и машинисты. Это целая команда профессионалов, инженеры, электрики, слесари, электрогазосварщики, бухгалтера и просто рабочие. Каждый на своем месте вносит неоценимый вклад в общее дело. Об этом говорят и результаты республиканского конкурса на лучшее автотранспортное предприятие. В этом году ваша организация признана лучшей в сфере перевозки грузов. Желаю вам благополучия, добра и всего самого лучшего. И это заслуженная награда. МТС – это не просто машино-технологическая станция. Это опора промышленности, обеспечивающая бесперебойные поставки сырья для цементного комбината и других предприятий. О масштабах деятельности МТС и ее значимости для экономики республики говорят цифры. За прошлый год компания перевезла более 1 миллиона 800 тысяч тонн грузов. И это еще не все. За первые 9 месяцев этого года этот показатель уже превысил 1 миллион 200 тысяч тонн. За последние 2 года компания перечислила в бюджеты различных уровней более 32 миллионов рублей. Благодаря грамотной политике экономической вашего руководства на предприятии работает большой коллектив для нашего города. Кроме этого, вы еще работая на современной технике, получаете хорошую, стабильную заработную плату. Это очень важно, обеспечиваете свои семьи и работаете, не выезжая за пределы нашей республики. Всем, конечно, хочется пожелать здоровья, благополучия, стабильной работы и мира всем нам. Хочу вас поздравить, ребята, всех пожелать вам и вашим семьям всего достойного вам. В первую очередь здоровья и сказать вам огромное спасибо за ваш труд. И дай Боже, чтобы нас был мир. Сегодня на предприятии работают 185 человек, из которых 65 водителем. В автопарке больше 120 единиц техники. Ожидается уже поставка техники, значит, еще 6 вилочных погрузчиков и 2 бульдозера Ту-165 и 1 автокран грузоподъемностью 75 тонн. В основном мы оказываем услуги Рыбницкому цементному комбинату. В горном цехе, на заводе, перевозка грузов различных с горного цеха на завод. Там работает и спецтехника, и грузовые машины. Также мы оказываем и населению услуги по заявкам, кому надо ремонт техники. Компания МТС активно развивается и расширяется. А это значит, нужно больше сотрудников. Здесь ждут водители и технический персонал. Зарплата от 6 до 15 тысяч рублей. МТС – это не просто цифры и факты. Это люди, которые любят свою работу и гордятся своими достижениями. Это компания, которая задает высокие стандарты в отрасли и вносит значительный вклад в развитие республики. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.